Хей, йо, гайс, мишмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2, окей. А, как вы видите, я еще остался в старой локации, это... Хаммерлот открывает сезон охоты. Но. Так, сейчас еще вспомнить кнопочки. А, непобедимый, ну это запах победы, вот это, короче, мы не знаем, как выполнять, да? Ну я не знаю. Поэтому мы это все кидаем в... Я не ебу, поэтому как-то так. Все, мы с вами отправляемся в оазис, мы отправляемся в новое с вами, так сказать, DLC. Да, это бесплатное DLC, которое дается вместе с игрой. Давным-давно в пустыне лежал кусок сокровищ. Искатели хранилища нашли ее и убили всех злодеев. Конец. Нет. История нельзя так начинать. Я думал, так вполне сойдет. А я думал, что на этой неделе тебя не будут кормить. Нет, начинать совесть следует вот так. Ходят легенды об устроенном сокровище песком капитана Блейда. А добыча столь богатой, что в поисках ее люди залили пустыню кровью. Ходят легенды о королеве пиратов, смелой и опасной, которая решила добыть эти сокровища любой ценой. Ходят легенды о чудовище Левиафане, об искателе хранилища, которые отправились в город Оазис. Не зная, какие ужасы им предстоит пережить, видишь? Вот так надо. Моя история была более краткой. Твоя жизнь будет краткой, маленькая замученная. Что? Приветствую тебя, странник. Добро пожаловать на мой прекрасный город Оазис. Пожалуйста, если можешь, спаси меня от этих гадких печальных пиратов, которые украли мою воду. Так, запись идет? Да, запись у нас идет. Все окей. Подумал, что я уже что-то сломал. Оазис. Добро пожаловать в Оазис. Помочите свои ножки. Помочите свои ножки. Окей, полетели. Так, отправиться в Оазис. Теплый прием. Так, у нас 37 уровень. А что мне хотя бы оружие? Ну, пистолет, как обычно. Ой, а мне нужно дроп... Кстати, а это что у меня? А что это такое? А где, блядь, моя базука? Сук, я что, продал базуку? Блядь... Ага, нахуй. Очистить оазис от пиратов. Да, вот это вот... Жопа начинается, мне кажется. А, найс, по одному опыту. Это много. Это много и сильно, да-да. Негодяй. Почему негодяй? Нужно было же назвать их пиратами. Почему негодяи? Но они хотя бы низкого уровня. Так, next. Избашенный пират. Ой. Но меня хотя бы этот броник впитывает их не повреждение. Ни хрена. Не, ну смотрите, в принципе. Ну блин, мне за них очень мало опыта дают.
Эй, тень! Отдай нам воду, и мы так и будет не следовать из тебя вешалки, что убить безбородового. Что-то на какой-то хилый. А почему урона в голову не приходит? О, пришел. Огромное спасибо, что друг мой. Да-да-да-да. Вода в безопасности, и мы с тобой можем встретиться лично, как леди. Что там вообще за беспорядок в Оазисе? Ого! Кто это тут у нас? Искатель хранилища, меня зовут капитан. А мне, ты как и я, ищет сокровища, поэтому вариантов у нас два. Вымехим друг другу и поделимся добычей, или построим попытаться убить друг друга. Или то и другое. Заглянь ко мне в солнечную равнину, ладно? Окей. Так, я вижу смену лица. Что-то все убиты немного. Головной убор. Икс. Улыбка. Блин, нужно немного, мне кажется, одежду будет сменить. Чтобы под вот этот антуражик такой. О, облик. Блин, как я мог базуку продать, сука? Молоко Мурки. Я тень? А ты тот самый замечательный человек из всех, с кем я когда-либо встречался. Пожалуйста, не уходите отсюда. Новый лучший друг. Тень. Задание выполнено. Хотя бы побольше дает. Житель Оазиса, благодаря тебе. Если ты ищешь сокровища и песков, то обязательно поговори с капитаном Скаклет. Она живет на Соляных, что-то там. До нее тебе понадобится пескоход. Возьми мой. Это самое меньшее, что я могу сделать для тебя, ведь многие жители обязаны тебе жизнью. А ты такой крутой. Так что за вечеринка без бухла и трупов? Так, огненная вода. Ты знаешь с моим другом Фрэнком? Он большой... грубее на пьянице. Да, это трагедия, когда... Так, травы к короновых могут перевозить виски, может попробовать их стащить? Так, подожди. Я понимаю то, что я лоханулся и продал свою базуку. Вот что я понимаю. Только это очень, блядь, плохо. Я базуку свою продал, вы понимаете, что это значит? Это значит, что уже все, пизда, цехловцы, время ливать. Здоров. Мой товар только для тех, кто победил Серафима Стража. Что за Страж Серафим, я не понимаю. Я не понимаю, кто это такой. Что-то кажется, они работают. О нет! Неужели мой пескомоск сразу взорвался и теперь придется оставаться в Оазисе? Черт! Проклятие! Хорошо, что у меня окружающие добрые друзья, у них могут найтись кое-что какие части. Так они поговори с ними, но только осторожно. Если ты выйдешь на песчаную равнину, песчаные черви услышат тебя и сожрут. Сможешь проводить время со мной. Песчаные черви, скорее всего... Это как, знаете, типа отсылочка к Дюне, что ли? Или типа того. Паркуюсь как говно. Так, окей, я вижу еще восклицательный знак. Давайте туда, значит, сбегаем. Сука, мне лично, серьезно, вот обидно за нам нужен ваглот, это ладно. Просто пробегу. Так, а что по карте стоять? А то я бегаю, а по карте я то хухры-мухры. А, там недалеко. Вот это серьезно обидно, то, что я базуку продал. Чайно. Остановка Rockview. Вот как они меня заметили.
То есть рядышком прошелся, меня было не видно. О, все потеряли. Так, записка в бутылке. О, бутылка с запиской. Либо на проведение вас к ладу, либо вы в натуре дешевого любовного романа. Вы внутри дешевого. Блин, может это тоже читать, я не знаю. Это одна из бутылок Капитана Блейда. В бутылке ты найдешь ключ. Ключ — это открывать сундук. В сундуке лежит добыча. Добыча поможет тебе убивать. Найди сундук, друг мой. Так. Ой, а слушайте, локация то... большая. Так, давайте, чтобы я сразу понял, куда мне и что. И туда. Жизнь в песках. Давайте, короче, пойдем по этому сначала. Ну, типа, совмещать будем. Сюжетик с этим. Так, первое, мне нужен части. Поговорить с лайнером. Поговорить с мисс Блейвис. Поговорить с Джоком. Поговорить с Дженнифер. Блин, что делать? Я базук просрал на 21к урона. Пиздец. Как можно было базук просрать на 21к, сука? Пиздец, обидно. Ладно, уже все равно ничего не сделать. Так, погнали туда сначала, сбегаем. Пока что... DLC нормально, пока что. Только пока что. Бля, мне обязательно, да, туда нужно приехать? Давайте тогда, знаете, как сделаем... Я просто потом не вернусь обратно, мне кажется. Придется вот так крюк делать. Поэтому погнали обратно. Мы с вами возьмем там запчасти, которые есть. И потом отправимся в эту. Это что только что было? А, ну кто же гладкий ко мне возится? Да еще и симпатяга. А, это мисс Блейвис. Осторожно, она большая кокетка. Рядом с ней я всегда чувствую себя в опасности. Пару недель назад я подарил ей охладитель. Забери его. Ого, вот это булочки. А остальной стандарт такой же сочный. Ты мне нравишься. Походу, парень, что здесь один живет. Еще пора запчастей к пескам ходу, и ты сможешь справиться к капитану Скарлетт и утвержить сокровища. Один... Ага, привет, как дела? Меня зовут Джойнер Джоджи, я очень прикольный. Знаешь, в чем разница между Скагом и нехваткой? Воды. Ни в чем-то и другом убивает. Ха-ха-ха. Ох, ну и хохма же он. Ну ты даешь, Джоку. Так, вчера Джок одолжал у меня регулятор давления для очередного прокола. Дай его... Так, давай его заберем. Давай. Так, а как мне туда залезть, только вопрос теперь. Ну, по машинам давайте попробуем. Ага. А тут есть... Тут есть куда залезть. Ладно. Мне кажется, с генераторами еще что-то будет связано. Но это, скорее всего, будет... Вау! Ловушка. Так, теперь туды. Эй, приветик, я Дженнифер! Тряпка, парень школы и слепки. Это Дженнифер. Милая девушка, но очень простодушна. Я думаю, у нее есть магнитные ускорители от прихода.
Как забрать тебя? Ладно. Так, next. Огненная вода. Это там. Записки. Ладно, тогда наверх. Найти сокровище. Это не сокровище. Вон еще сокровище вижу. Так, здесь я ничего не вижу. Ладно. До Киоазиса. Записка в бутылке. Знаете, что можно? Прочесть ее. Можешь ее прочесть? Так, в запечатанной бутылке обнаружена записка, из которой вы узнаете о сокровище, спрятанном в оазисе. Окей. О, еще сундук. Тут в основном что-то только деньги. Одни деньги. Так, заново поднимаемся наверх. Там по крышам я сейчас попрыгаю немного. Привет. О, здравствуй. Найдите два сундука в сокровищах. Блин, мне нравится внешний вид ее. Но, блин, урон. Хотя, чего я хотел? Это что, серьезно? Просто ящики с боеприпасами? Вот ящики с боеприпасами, ни хрена себе. Просто склад патронов. О, вижу. Ладик. И что же здесь? Дробовик. Хрена. Так, часто делать детей сиротами. Проклятие с жуткими последствиями. Нихуя себе. Давайте я попробую ее заюзать. А, так она хуже моей. Ладно. Тогда не хочу юзать. То, что хуже, юзать я не собираюсь. Блин, а мне, знаете, все равно нужно собрать эти детали, да? А потом отправиться уже на нашем звездолете. А хотя вот тут можно подняться. Блять, мы же будем ниже прыгать. Намного ниже. Мы там, получается, куда-то... Блин, здесь тоже, смотрите, просто в основном только будем кататься. По пустыне. И на нас будут черви нападать. Червячки, червячки. Мне главное просто по песку ж не ходить, так ведь? А, так ты... Ёлки-палки, я думал, ты там... Писишь. Ука... Бля. Окей. Больше волновался на самом деле, походу. Я приветствую. Я чувствую себя прекрасно в своем не мертвом от жажды. А как ты? О, да, это же лайнер. Как проживаешь, лайнер? Пока не умер от жажды. Ха-ха-ха-ха. Ну, рассказывай, как семья? Ну, они... Конец пленки. Замечательный рассказ, лайнер. Дружище, я уверен, что у него где-то припрятаны конденсатора для двигателя. Можешь забрать его? Блять.
Так, я вижу у них слабое... Бля... Да ладно тебе. Ну, давайте тогда сразу до огненного этого. Огненной воды сходим. Я ж не по песку, да, хожу? Значит, на меня не нападают. Так. Убить королеву. Теперь у тебя есть все, что нужно, чтобы восстановить пескоход. Поблагодари добрых жителей оазиса. Хорошо, что у нас так много воды. Иначе мы могли бы умереть от обезвоживания. Ха-ха-ха-ха. Устраивай на детали в пескоход, после этого ты сможешь проскакивать его, чтобы вызвать машину в любой момент. Окей, давайте тогда лучше возьмем машинку и поедем с помощью машинки. А, я мог так подняться, в принципе. Короче, не будем открывать мы такие сундуки дерьмовые. Думал, там деньги будет, что-то ценное. Ага, просто патроны. О, ремонт закончен. Прекрасно. Пожалуйста, нажми на вот ту кнопку, чтобы цифровировать машину в память .мата. Готово. Вот. Так, теперь ты сможешь цифровировать проходом в любую точку мата. Но прежде чем уехать в капитан, скажи, тебе нужно... То не стало нужно вернуться ко мне. Чтобы не стало вернуться ко мне. Хорошо, вернуться к Тенни. Тенни, Тенни, Тенни. Какой-то маяк вдалеке. Я разве тебе без особых нужды? Я просто люблю... Ты... Да, ты просто монстр. Капитан Скарлетт уже несколько лет охотится за кровищем песков. Тебе нужно встретиться с ней. Садись в пескомот и отправляйся в путь. Ты же знаешь Джока, да? Просто парень, но с большими амбициями. Видишь ли, он хочет стать, так, песчаным пиратом. Я точно не буду это рада, если ты принесешь ему пиратские протезы, зубы, деревянные ноги и все такое. Так, дружище, у меня есть шоколадный вопрос. Ты же знаешь Натали, да? Секс-символ нашего города. У нас с ней, можно сказать, роман. Я собираюсь жениться на ней, но... Потерял обручальное кольцо. Ты можешь найти его? Пожалуйста. Окей. Что еще за задания какие есть? Так, похоронные... Что? Моя прабабушка была песчаным пиратом где-то в этих местах, но я хочу, чтобы это об этом никто не узнал. Так находи на дверку Оазиса, тебе нужно износить его, как из кусочки, уничтожить все доказательства ваши. Так, знаменилась моя прабабушка. Сходи за живчатку, которую я приготовил для тебя. А, лучший друг человека. Эй, ты искатель хранилища? Нужна твоя помощь. Моя бабуля дружила с капитаном Блейдом, тем самым, который закопал сокровища. Он оставил бабуле свое ручное животоглота, и он забросил со зверушки и все такое. Но потом умерла и завершила эту тварь мне. А я такая, нафига мне это добыл животоглота, мерзость какая-то, убей его. А где ты уватится? Так, хорошо. Бац. Так, моя Магниса. Но это в другой локации. Так, хорошо, раз. Двадцать. Трис. Угу. Хорошо. Сват. Так, хорошо, два задания вот этих у нас в одном месте. Ой, стоять. А, так мне...
Добыть из свеча. Ну давайте, погнали. Сходим, сбегаем. Блин, мне быстрее было бы просто выйти и снова войти, чем бежать туда. Добыть СВП. Может, мы что-то найдем по пути. Скарлетт так, как она есть. Добыть СВП. Что такое СВП? СВП, СВП. СВП, ракеты. Илы, гарпуны. Не, давайте я другие еще посмотрю, какие есть. Блин, почему мне так режет ХП? Гарпун. Ну, походу то же самое. Мне кажется, лучшим будет ракеты, да? Там ракеты же были последние. Давайте ракеты возьмем. Так, ладно, погнали по заданию. Это переход в другую локацию. А, ни хрена. Сколько у меня тут этих появилось? Локейшенов. Ну вы видите, да? Мне легче юзать эти. Так, взять взрывчатку. Так, ты уничтожил старый корабль прабабушки? Спасибо, я хочу рассказать тебе, чем именно я занимаюсь. Просто скажу, что это рифмуется с детофагляцией, ну и немножечко чего-то там. Так, это далеко. Огненная вода. Так. Лучший друг. Ват. Поделаем таким образом. Поддержать Джоджо. Давайте быстренько. А, так они хилые. А, так это другая локация. Давайте, короче, я просто съезжу здесь, посмотрю, что да как. А потом уже с вами полазим, полутаем все это дело. Полазим, полутаем. Посмотрим, рассмотрим. Ну, типа, я не думаю, что здесь будет слишком уж такая сложная. Потому что мы всех ваншотаем. Ну, если попадаем, конечно. Ваншот равно смерть. Ну вот, убили. Изи убили червя. Ноль напряжения, ноль ничего. Просто вот так ездим, все, видите? Бац, убили. Прочности у нас слишком уж много. Ну и все, вот карта уже изучена. Конечно, я с этой еще не изучил. Ну, давайте туда еще по-быстренькому слетаем. Или там этот у меня. Да нет, там есть куда-то проезд. Или нет? Так, сейчас стоять.
Делаем так. И вот так вот. Вы видите, мы можем просто их сбивать и все. Они нам ничего сделать не могут. Плюс я уже на вражеской вершинке. Все, изи. Изученная локация. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Ну, это сразу будет следующая серия. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.